Get Movies. Канал для всей семьи. Капа! Бамс! Дом-дом! Мака! Гуди! И ня! Ищем игры и игрушки! Там машинки, тут зверюшки! Лес. Бамс, а я хочу новую коллекцию. Я тоже, Капа. Соберем коллекцию сокровищ. Много-много сокровищ. Тикабо, копируй. Ого! Гуди, лучше собрать коллекцию деревьев. Тикабо, копируй! Смотри, воспитатель ня! Маленький лесочек! Нет, Том-Том, это большой зеленый лес! Тикабо, расти! В котором потерялись наши сокровища! Малыши Тикабо, я уверен, мы найдем их, если соберем лесную... Ура! Ищем лесные сокровища! Стоп, малыши! Запомните, чтобы не потеряться в лесу, нужно кричать «Ау!» Ну-ка, повторите. Ягода, гриб, желудь. Прекрасно! А куда пропал наш непоседа Бамс? Я знаю, как его позвать. Ау! 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 А вот и я! Ура! Сокровища! Лесные сокровища! Это же шишка! Что мы будем с ней делать? Итак, шишки, ягоды, желуди, грибы и многое другое. Это и есть лесные сокровища. Все, что лес дарит людям и Тикабо. Их можно собирать, делать поделки или... Да, Бамс, играть. Желудь, гриб, ягода, елка и шишка. Шишка падает в траву, а за ней другая. Тикабо кричат ау, по лесу шагая.
цифры. Так-так-так, интересненький конструктор. Воспитательня! Да-да, я здесь. Вот, закорючки не складываются. Мако, ты нашла цифры. Эти закорючки нужны, чтобы считать. Запоминай. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5, 2, 3, 4. Так? Так. Чтобы выучить цифры, нам срочно нужна цифровая... коллекция! 5, 4, 3, 2, 1... Песня! Дикобо, уменьшай! Сосчитаем волны в речке, и у всех людей усы, уток, яблоки и свечки, и в пустыне кактусы. 1, 2, 3, 4, 5. Надо все пересчитать, все сложить и записать. 1, 2, 3, 4, 5. Цифры вот что нам поможет провести подсчет любой. А на что они похожи, разберемся мы с тобой. Похоже на цифру 1. Уточка похожа на цифру 2. 3. Это усы. Кактус 4. И очень вкусное яблоко, похожее на цифру 5. Мака выучила цифры. Мака умная. Что за молодец, малышка Тикобо. Бамс 1, Гуди 2, Кафа 3, Том 4 и Мака 5. Мака сосчитала Тикобо. Мы должны срочно обрадовать остальных малышей. Доктора. Малыши Тикобо, сегодня у нас недосмотр. Так. Бамс, Кафа, Том, Мако, Гуди. Кто первый? Ня, Гуди первая. Гуди следит за своим здоровьем. А остальные? Мы не хотим медосмотр. Понятно. Ой! Ой!
Ой-ой-ой-ой-ой! Я пропустил медосмотр. Я очень, очень болен. Меня нужно срочно, присрочно лечить. Бедненький я! Нам нужна скорая лечебная коллекция! Коллекция! Шапочка врача, стетоскоп, градусник, рецепт, пластырь. Лечебная коллекция собрана! И ваш любимый воспитатель Ня совершенно здоров! Ура! Ня, я тоже хочу медосмотр! Все хотят! Гуди первая! Малыши Тикабо приглашаются на медосмотр! В порядке очереди, пожалуйста. Шапочка врача. Стетоскоп. Градусник. Рецепт. И пластырь. Та-ра-та-ра. Мы сегодня доктора. Мигом вылечим любого. Сразу станете здоровы. Рыцари. Рыцари Тикабо! Ого-го! Сегодня мы отважные рыцари! Да, и мы! Мы... Бамс, я забыл! Мы отправимся совершать подвиги! Да! Любопытно! А доспехи не забыли? Мечи, щиты, кони. И где ваш дракон? Малыши Тикабо, нашим рыцарям нужна рыцарская коллекция! Эй, рыцари, смелей, пора седлать коней. В самом деле доспехи мы надели. Тикабо, копируй. У отважных Тикабо есть меч и щит с гербом. Полюбуйся, посмотри, мы сегодня рыцари. Дракон грозит огнем, и мы летим с конем. Дракона мы поймаем. Перевоспитаем.
мои любимые Тикабо. Поздравляю с победой! Шлем, меч, щит с гербом, конь и... Ня, давай его выпустим. Он обещает быть хорошим рыцарем-драконом. Отличная идея, Том-Том! Малыши Тикабо! За мной, друзья! Бамс, Том-Том, Кафа, Гуди и Мако! Воспитательня! Так мы кто, малыши или друзья? Вы мои друзья, малыши Тикабо! Так-так-так, интересно, а друзья никакие? А дружить-то как? Есть инструкция? Инструкции нет. Друзья проводят время вместе, помогают и поддерживают. А еще? Радуют друг друга. С ними весело? Очень. А без них? Без них грустновато. Друзья, нам с вами нужна дружеская... Коллекция! Кто сумеет научить? Только сами мы научимся дружить. Вместе нам веселей, ты улыбок не жалей, и объятий не жалей для друзей. Вместе нам веселей, ты улыбок не жалей для друзей. Наши силы вместе сложим. Так, что наши малыши собрали в коллекцию дружбы? Друзья помогают! Помощь! Друзья вдохновляют! Вдохновение! Друзья поддерживают! Поддержка! Друзья радуют! Улыбка! Том-Том, а что у тебя? Секреты? Конфеты? Друзья
обнимаются. Друзья! Объятия! Я все поняла. Тикабо – настоящие друзья. Поддержка, улыбка и объятия. Вместе нам веселей, ты улыбок не жалей, и объятий не жалей для друзей. Вместе нам веселей, ты улыбок не жалей для друзей. Веселая коллекция. А мне почему-то не смешно. Тикабо, а не собрать ли нам для нашей очень серьезной Мако очень смешную коллекцию? Коллекция! Да-да, коллекция. Боль-боль-боль! Кря-кря-кря! Тикабо смеяться в
прыгунчики. Мако, Гуді, Том-Том, Кафо, Бамс. О, малыши, вы нашли батут. А это значит, сегодня играем в попрыгунчиков. Бамс! Ня, а можно прыгать чуточку пониже? Конечно, Том-Том. Каждый прыгает как хочет. Главное, безопасно. Кафо, Гуди, Мако, согласны? И значит, у нас сегодня будет прыгучая коллекция! Тикабо, гони! Нас позвали на батут. Мы, конечно, тут как тут. Мы скакали на батуте целых миллион. На матрас. Ловко прыгать на матрасе получается у нас. Прыг-скок, прыг-скок, тикабот. Прыг-скок, прыг-скок, тикабот. Замечательный прыжок. Вместе прыгаем, дружок. Мы попрыгали на всем, и на этом, и на том. А на чем еще попрыгать? Мы придумаем потом. Прыг-скок, прыг-скок, тикабот. Прыг-скок, прыг-скок, тикабот. Замечательный прыжок. Вместе прыгаем, дружок. Ня, мы попрыгунчики. Да. Я тоже попрыгушка. Подушка, попрыгушка. Так-так, батут, кузнечик, пружина, мяч. А где же наш Том-Том? Том-Том, там-там. Молодец! Самый мягкий попрыгунчик – это... Матрас! Прыгучая коллекция готова! Все молодцы!